Как сделать два скайпа одновременно работающих на одном компьютере? Как видим, на данный момент у меня в трее запущен один скайп. Как сделать второй? Заходим в мой компьютер. Disk C. Program Files. Папочка Skype. Папочка Phone. На скайп нажимаем правой кнопочкой. Создать ярлык. Да. Он отправляет на рабочий стол. Нажимаем правой кнопочкой «Свойства». В этой строке «После» ставим пробел, ставим косую, пишем на английском слово «secondary». Кто не видит, как оно пишется, вот так. Нажимаем «Применить». Запускаем этот ярлык. Это мой старый логин, который сейчас запущен. Запускаю новый. Ввожу пароль. Войти. Запустился. Как вы видите, на данный момент у меня в трее два скайпа. Один, то, что мы запустили через ярлык. И второй, что был. На данный момент я могу одновременно использовать два скайпа.